Вот он и настал этот момент. 5, 4, 3, 2, 1. Разрезаем! Врачебная амбулатория в поселке Кирова начала прием пациентов. 2 года его жители вынуждены были ездить в филиалы поликлиники. А в микрорайоне сейчас живет более 5000 взрослых и около 1000 детей. Открытие врачебной амбулатории – один из успешных примеров выполнения наказов обращений коллективных жителей микрорайона Кирова. Строительство осуществлялось в амбулатории в достаточно короткие сроки. Старое здание 52-го года постройки пришлось снести. И в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» 12 августа начали строить новое. По итогу теперь это самая большая модульная амбулатория в крае, размером около 600 квадратных метров. Здесь ведет прием на сегодняшний день врачи, педиатерапевты, участковые, 3 участка по сменному графику в рамках своих рабочих смен. Также здесь функционирует дневной стационар. Кроме того, здесь есть процедурный прививочный. Запись осуществляется точно так же, как любым способом можно записаться в поликлинику. Это портал госуслуг, контакт-центр поликлиники или личное посещение и запись к врачу. Мы здесь открываем кабинет врача-стоматолога. Оборудование уже все пришло, оно подключено. Кстати, раньше в поселке стоматологии не было, ровно как и гинекологии. Появилось в амбулатории и детское отделение. 2 педиатра будут ежедневно принимать детей, проводить вакцинацию и забор анализов. Мы очень давно ждали открытия этой поликлиники, потому как у нас поселок большой. Соответственно, много вопросов возникает по здоровью. А ехать приходится очень далеко, с учетом наших дорог, пробок, не всегда просто. И очень рады, что открывается такой объект, как поликлиника, социально значимый. Пока в амбулатории принимают только взрослых. Детское отделение обещают открыть в конце марта. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.